Всех приветствую. Бродим по главному штабу в Санкт-Петербурге. Рассматриваем картины. Интерьер с двумя фигурами. Феликс Волотон. 1904 год. Картон, масло. 61/56. Год поступления 1921. Феликс Волотон. Швейцарский художник и график. Широкую известность приобрели его гравюры на дереве. Он присоединился к группе Набии. Печатался в различных сатирических изданиях. Они принесли ему международное признание. С помощью своего довольно наивного стиля, упрощенной техники и подчеркнутых контуров, Волотон передавал свое видение сурового, бескомпромиссного мира. Его картины периода Набии и более поздние работы демонстрируют суровый натурализм или зачастую леднящий душу эротизм, предвещая приход сюрреализма. Волотон писал портреты, пейзажи, ню, натюрморты и другие сюжеты в реалистичной, неэмоциональной манере. С 1882 года жил в Париже, где занимался в Академии Жулиан. Сюжет этой картины достаточно прост. Женщина, скорее всего, наверное, одевается в обществе служанки и отражается в зеркале. Вот такое описание небольшое я нашел к работе Феликса Волотона, которая называется «Интерьер с двумя фигурами» 1904 года. Картина находится в главном штабе Эрмитаж, Санкт-Петербург. Пока-пока, до свидания.